Доброго здоровья вам, друзья. Избави Бог вас от боли, от проблем, от страданий. Сейчас в стране происходит пока еще непонятное, дикое напряжение. И все надеются на что-то хорошее. Надеемся и мы, несмотря на то, что наши проблемы по-прежнему бегут впереди нас. Добрые, вернее, добренькие люди искалеченных животных по-прежнему бросают под забор. Бог им судья. Я могу сказать только одно. Я не сдамся. Я буду спасать, пока хватит сил. Я не брошу, не уйду. Не буду искать причину, чтобы сказать: «Ой, я не могу, ой, я устала, ой, мне страшно, ой, не показывайте мне это». Я никогда так не поступлю. И сколько хватит сил, я буду спасать. Буду помогать тем, кто попал в беду. Просто потому, что я считаю это правильно. Быть человеком – это правильно. А не становиться равнодушной оболочкой, жадной, завистливой, тупой, усталой. Я хочу оставаться человеком. Я хочу нести хоть каплю добра. И если вы сочтете мои слова хоть немного правильными, я призываю вас встать рядом и помогать по мере сил и возможностей приюту. Мы никогда не знаем, когда боль постучит к нам. К сожалению, приютам эту боль добавляют втихаря, по ночам, ночью. Или просто на всем ходу, проезжая, вышвыривают кого робки. Перед вами малышка. Ей необходимо срочно сделать МРТ. Ей необходимо будет сделать операцию. Наших сбережений хватило только на то, чтобы довести в клинику, сдать анализы и осмотреть ее. К сожалению, приют огромен, ребят. А люди сейчас закрылись в своих раковинах. Все боятся. Все боятся неизвестности. И я вас понимаю. И все равно прошу. Вы нам поможете? Вы останетесь нашим другом? Вы не бросите нас? И храни Бог вас и ваши семьи.